Праздник!
А? Сленский праздник, он есть! Стоит вам с телеги слезть, ноги в такт запляшут сами вместе с нами и гостями! Где творятся чудеса, строит их не на бумаге, брянский люд простой, не маги, ждут на дрянщине моей воплощение идей, чтобы стало в каждом доме легче жить и веселее. Километры над проектом, общая забота, это значит строить будем до седьмого года. Несчетные дела, не слова, а перемены в жизни брянского села. Подходи, не стой в сторонке, нужен ум твой и отзад. Может быть, на брянской стройке начинается твой старт, как по ярмарке по Свенской. Вот это новый доктор земский, перспективный, молодой. Приглашай к себе домой! Тут хорошие дороги высшего стандарта, пролегли линеечкой в ожидании старта. А гостям почет им место, будет с нами им не тесно. Про житье свое расскажем, все труды свои покажем, результаты не солгут. Подходите, здесь вас ждут! Вручаем подорожную грамоту! Подорожные грамоты меня подтверждают, что сей знатный гость посетил Сленскую ярмарку, которая раскинулась на земле Брянской, на берегу реки Десны. Встречен был улыбкой ласковой, обрел в сердце своем друзей верных, преданных. Память о встрече, храните грамоту эту. И помните, что ярмарка Сленская и сердцат наш всегда для друзей открыты. Дана грамота сия в лето 2019 года, месяца августа, дня 24-го. Губернатору Брянской области Александру Ивановичу Богомазу вручают. Глава администрации Брянского района Николай Николаевич Якушенко и глава Брянского муниципального района Дмитрий Леонидович Ельч. Уважаемый Александр Васильевич, гости собрались. Торгового люда, видимо, невидимо.
площадки открылись. Останется. Ребятушки, пожалуйста, дайте, откройте нам эти самые хлеба. Фестивали. Спасибо большое.